Дорогие зрители, здравствуйте! Приветствую вас на своем канале. У меня по-прежнему 25 декабря. Я еще раз хочу поздравить всех с Рождеством, всех, кто отмечает католическое Рождество, пожелать предновогоднего настроения. Сегодня будет очень интересное видео, очень интересный стрит-стайл. Меня часто просят снять, скажем так, обычных людей. И сегодня я засняла студентов. Прежде всего, сегодня будет так называемый молодой стрит-стайл. Кстати, эта девушка очень-очень молода, хотя не скажешь, она хорошо постаралась, принарядилась, сделала укладку. Кстати, посмотрите, как интересно обыграна обувь и носки. В особенности мне понравились золотые носки с рюлексом. Действительно, очень-очень красиво. Так вот, сегодня я вам покажу. А вот, кстати, и парни, которые я анонсировала, точнее, анонсировала дубленки еще в прошлом видео. Но, повторюсь, я так много отсняла, что боялась миксовать между собой кусочки, что-то упустить. Посмотрите, как классно смотрятся. Вот действительно, старомодные мы могли бы назвать, могли бы охарактеризовать таким образом эти дубленки. Мне очень они понравились. Я не знаю, их кто-то выпустил, перевыпустил, либо эти дубленки заимствовал. Он из чужого плеча, но смотрится потрясающе. Итак, мы на рынке. Посмотрите, на рынке действительно можно встретить людей очень классно одетых. Для меня в Италии это было непривычно, потому что рынок – это, в общем-то, то, куда ты идешь за покупками. И, что называется, у нас в России наряжаться не принято ни в супермаркет, ни за покупками, уж тем более на рынок. В то время как в Италии все совершенно иначе. И вы видите, можно встретить действительно по-разному одетых людей. Людей в пуховиках, конечно же, их больше. Безусловно, красиво одетые люди, они все-таки совершают променад по другим дорожкам, по другим улочкам, но даже, посмотрите, здесь на рынке можно действительно встретить стрит-стайлеров, по-другому не скажешь, люди классно одеты, люди тоже совершают какие-то покупки-покупочки, проходят мимо рынка. Вообще, побывать на итальянском рынке, я много раз рассказывала, как стеснялась итальянского рынка, мне казалось, боже, там так шумно, и все на меня смотрят, и я не знаю, куда себя одеть. Кстати, вот эту девушку, помните, мы видели на другой улице, вот она возвращается, по всей видимости, совершив свой променад и покупки. В общем-то, можно встретить по-разному одетых людей, это очень-очень интересно, но сегодня, повторюсь, будет все-таки студенческий стрит-стайл, потому что чуть позже я перемещусь вместе со своей семьей на площадь перед муниципалитетом, и это также площадь, на которую выходит старое здание, историческое здание Падованского университета. И традиционно там очень много студентов в этой части города. И гуляют все, но вот в этот раз было очень-очень много именно молодежи, по-другому не скажешь. Обратите внимание, как одеты подростки. И также, кстати, вот опять же я засняла, потому что готовлюсь к обуви, но мне понравились здесь носки. Здесь тоже, кстати, носки с люрексом. Камера не передает, но очень красиво было в жизни. Видите, я набираю материалы для обуви. Забегая вперед, скажу, что итальянки любят обувь характерную, обувь очень богатую фурнитурой и отделкой. Такая, скажем так, необычная в нашем понимании обувь. Так вот, приглашаю вас на прогулку, потом мы переместимся в студенческую часть города, и вы сможете посмотреть, как действительно одеваются студенты. И мы понимаем, что, конечно же, в их распоряжении несколько меньший бюджет на красивую одежду, на красивые аксессуары, но, на мой взгляд, все действительно прекрасно выглядят. Ну что ж, на этом с вами прощаюсь. Это была Яна Скворцова. Увидимся очень-очень скоро. Снова на стрит-стайле прежде всего. Обожаю стрит-стайл. Мне нравится его снимать, мне нравится его комментировать. Как я сказала в одном из своих видео, я действительно люблю и восхищаюсь красиво одетыми людьми любой национальности, любого гражданства. Всем хорошего предновогоднего настроения, рождественского настроения. Это была Яна Скворцова. Увидимся очень скоро. Всем пока-пока.
Thank you.